Мы должны с вами оцифровать здравоохранение. И, судя по всему, на местном уровне воспринимается это именно вот так. Но просто есть инфографика, за которую Мисташ отвечает перед федеральным Минздравом, доля услуг, которые через госуслуги попадают. И вот где-то перегнули на местах. Мы 2 месяца назад по стоматологии проверку специальную проводили. Была проблема, не оказывали неотложную стоматологическую помощь. Выходные праздничные дни в стоматологии. Этот порядок там мы установили. Было обращение на прямую линию к вам. Сейчас я еще раз, соответственно, в понедельник еще раз приеду специалисты и проконтролирую, как работает стоматологическая поликлиника. С точки зрения системы... Глава города, я попрошу во вторник позвонить в стоматологию и по телефону записаться. Да, а потом мне звонком сообщить, насколько ему это удалось сделать. Я...